На конкурс «Дети читают стихи» Корнея Чельяна, 11 лет, город Минск. Урывок с поэмы «Десятый подмурок». Паулюк трус. Падают снежинки, диаменты росы, падают белютки за моим окном. Расчесали вишни шелковые косы и уронили долу снеговый венок. Десять у просторах прозвенели бомы, досели пелёстки, нечие тухи. И сдается знауку, еду я до дому, переведать родных, близких, дорогих. Отхиная вечер, тонкие мережи, на окне альбасы догорели в сне. А у души квятистость и такая свежесть, из вачей усмешки сыплется на снег.